Компания «Таунигма» предлагает уникальные, современные и востребованные продукты в сфере платежных и рекламных услуг на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Рынки платежных технологий и рекламных сервисов являются выгодным капиталовложением. Мы предлагаем стать участником проекта, который сочетает в себе налаженную инфраструктуру для ведения бизнеса, высокую финансовую активность, безопасность и надежность на всех уровнях. С момента старта проекта нам удалось зарекомендовать себя как надежного и профессионального партнера. Являясь лидером рынка киосков самообслуживания в ОАЭ и заняв устойчивую позицию в сфере платежных услуг, мы приняли решение о диверсификации бизнеса и открытии нового направления деятельности – рекламы на дисплеях. Со дня открытия проекта в ОАЭ мы усердно работаем для наших партнеров и клиентов, предоставляем высокое качество услуг, расширяем сеть платежных киосков и рекламных дисплеев, налаживаем выгодные деловые контакты и внедряем новые продукты. Во главе проекта «Таунигма» стоит группа профессионалов, имеющая многолетний успешный опыт ведения коммерческой деятельности в области электронных платежных систем. Сегодня мы широко представлены практически во всех Эмиратах и имеем 5 ключевых офисов в Абу-Даби, Дубае, Аляйне, Шардже, Рассельхайме. Количество человек, работающих в нашей команде, постоянно увеличивается. Над развитием нашего проекта работают свыше 100 профессионалов, опыт и знания которых мы объединили для достижения поставленных целей, реализации задуманных планов и идей. Начиная платежный бизнес в ОАЭ, перед нами стояла цель создать универсальную среду для осуществления эффективных продаж и оказания услуг с помощью современных технологий. Сегодня с уверенностью можно сказать, что мы успешно достигли одной из наших главных задач и стали лидерами в области электронных платежей на территории Эмиратов. Но мы не останавливаемся на достигнутом. В последующие 2-3 года интенсивной работы компания планирует расширить географию установок платежных киосков, увеличить количество предоставляемых услуг, а также создать крупнейшую сеть рекламных дисплеев по всей территории ОАЭ. Все это позволит обеспечить максимально возможные доходы их владельцам. За период деятельности в Объединенных Арабских Эмиратах наши торговые марки Anti-Payments и Indoor TV были неоднократно представлены на международных выставках, которые позволяют заявить о себе и завести деловые знакомства с потенциальными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве и развитии совместных проектов. Наша компания является членом МЕНАФА – Международной организации по франчайзингу для стран Ближнего Востока и Африки. Киоски платежной системы Anti-Payments соответствуют основным стандартам качества и директивам Европейского Союза. Став владельцем наших продуктов доверительного управления, вы получаете высокодоходный и перспективный бизнес под ключ. Эксклюзивная возможность, которую предлагает наша компания, дает шанс получать стабильный доход, при этом решение вопросов и ведение дел по развитию бизнеса являются нашими задачами. Принцип доверительного управления подразумевает ведение вашего бизнеса управляющей компанией, которая обеспечивает работоспособность вашего платежного киоска или рекламного монитора. И самое главное – получение максимально возможной прибыли от их работы. Вы, как владелец собственного бизнеса в ОАЭ, ежемесячно получаете доход, не тратя свои силы и время. Заключив контракт доверительного управления, вы можете проживать в любой стране мира, посвящать свободное время любимому делу, путешествовать и при этом быть уверенным, что ваш бизнес работает как отлаженный механизм. Прибыль от работы платежного киоска или рекламного дисплея не ограничена, а бизнес абсолютно прозрачен и разработан до мелочей. Профессиональный сервис, юридическое обеспечение и техническая оснащенность являются гарантами успешного ведения вашего бизнеса. Команда высококвалифицированных специалистов, которая прилагает максимум усилий для развития бизнеса, гарантирует получение стабильного дохода от его ведения. Мы в равной степени заинтересованы в успешном, взаимовыгодном сотрудничестве и увеличении прибыли. Indoor TV – это уникальный рекламный продукт, представленный на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
В состав данного продукта входит цифровой LED-дисплей с программным обеспечением Indoor TV, доставка и установка, брендирование, маркетинговые мероприятия по его раскрутке, а также многофункциональный личный кабинет для контроля работы и учета доходов вашего дисплея. После включения дисплея в работу управляющая компания полностью осуществляет его обслуживание. Приобрести интерактивную рекламно-компьютерную систему Taonigma Display можно без особых сложностей. Для осуществления процедуры заказа необходимо произвести регистрацию в нашем интернет-магазине, выбрать валюту оплаты – доллары, евро или дирхамы, а также один из вариантов покупки Taonigma Display – за полную стоимость или в рассрочку. Оплата заказа может быть произведена наиболее удобным для вас способом – банковский перевод, платежные карты, электронный кошелек, платежный терминал или партнерский счет. Источником дохода Taonigma Display являются суммы, полученные от рекламодателей, размещающих свою рекламу на наших экранах. Помимо демонстрации традиционных видеороликов, Indoor TV предоставляет возможность публиковать текстовые сообщения и бегущую строку, что является совершенно новым направлением в сфере рекламы на рынке ОАЭ. Основных расходных статей три. Это плата за аренду, выплаты рекламным агентам и ежемесячное отчисление в амортизационный фонд, который является гарантией поддержания работоспособности оборудования. Прибыль владельца составляет 50% от одной доли рекламного пула Taonigma Display, полученной компанией от управления сетью дисплеев Indoor TV. Из общей суммы денежных средств, вырученных за рекламу, вычитаются расходы, связанные с обслуживанием сети мониторов. Для вычисления одной доли рекламного пула полученная сумма делится на количество дисплеев, находящихся в управлении. Согласно анализу рынка рекламы, его емкости, спроса на маркетинговые виды услуг, бюджета потенциальных рекламодателей и стоимости рекламных площадей, прогнозируемая прибыль с одного дисплея для его владельца может составить до 20% годовых в первый год работы. Тенденции развития данной отрасли и ожидаемый рост рекламной активности в будущем позволяет спрогнозировать увеличение доходности на второй и третий год в размере 35% и 45% годовых соответственно. Средний срок окупаемости Taonigma Display составляет 3 года с момента установки и включения в работу. Размещение рекламных дисплеев Indoor TV происходит в местах, которые пользуются популярностью у посетителей – торговых павильонах, магазинах, парикмахерских, аптеках, моллах, офисных центрах, отелях и так далее. Благодаря высокому разрешению, оптимальной частоте обновления, широкому углу обзора и другим множественным высокотехнологичным функциям, реклама на дисплеях Indoor TV воспринимается четко и позитивно. Киоски самообслуживания платежной системы AntiPayments – это возможность быстро, надежно и просто оплачивать счета, товары и услуги. В состав интерактивной компьютерной системы Taonigma Kiosk входит терминал самообслуживания с предустановленным программным обеспечением AntiKiosk. Его доставка и установка, брендирование, маркетинговые мероприятия по его раскрутке, а также многофункциональный личный кабинет для контроля работы киоска и учета доходов. После включения терминала в работу управляющая компания полностью осуществляет его обслуживание. Для приобретения Taonigma Kiosk необходимо произвести регистрацию в нашем интернет-магазине. Вы можете выбрать наиболее удобный для вас способ покупки – за полную стоимость или в рассрочку. Вариантов оплаты существует достаточно много. Компания постоянно работает над увеличением их количества. Выбирайте наиболее удобный для себя – банковский перевод, платежные карты, электронный кошелек, платежный терминал или партнерский счет. Осуществить оплату можно в долларах, евро или дирхамах. Существует два источника доходов от работы Taonigma Kiosk. Первый – это комиссия поставщиков, выплачиваемая платежной системе от приема платежей, совершенных в их пользу. За день через один платежный терминал могут проходить сотни транзакций. В результате в подсчетах за месяц получаются весьма внушительные суммы оборота. Второй – доход от размещения рекламы на терминале. Чековая лента киоска и его рекламный монитор являются идеальным местом для рекламы товаров и услуг, что позволяет владельцу киоска расширить источники доходов от его работы.
Основных расходных статей две. Это плата за аренду, занимаемой терминалом площади, и ежемесячное отчисление в амортизационный фонд, который является источником поддержания его технической исправности. Прибыль владельца интерактивной компьютерной системы Taunigma Kiosk состоит из двух частей. Первая – 50% от суммы доходов от принятых посредством терминала платежей за вычетом расходов, связанных с его управлением. Вторая часть прибыли составляет 50% от одной доли рекламного пула Taunigma Kiosk. Расчет доли рекламного пула производится на основании сумм, полученных от рекламодателей, разместивших рекламу на всех рекламных площадках терминалов Anti-Payments за минусом расходных статей по их обслуживанию и поделенную на количество киосков Anti-Payments. Общая сумма доходов от работы платежного терминала может быть неограниченной благодаря широкому спектру предоставляемых услуг, с оплаты которых происходит начисление комиссионных, а также благодаря количеству проведенных транзакций, учитывая растущую популярность данного сервиса. Наличие второго источника дохода от размещения рекламы на киоске позволяет увеличить суммы прибыли владельцев терминалов в разы. Разумеется, с первых дней установки терминал не может сразу генерировать большие доходы, но постепенно количество транзакций растет, а услуга размещения рекламы набирает обороты. К концу третьего года работы прибыль с одного терминала для владельца может составить 50% годовых и выше от суммы средств, вложенных в покупку. Таким образом, средний срок окупаемости терминала составляет 3 года с момента его установки и ввода в эксплуатацию. Удачное расположение терминала – это залог успеха, поэтому специалисты нашей компании стараются устанавливать киоски самообслуживания в часто посещаемых потенциальными пользователями местах, чтобы принести наибольшую прибыль владельцам. Мы размещаем терминалы в различных торговых и сервисных точках. Это могут быть как супермаркеты и магазины, которые расположены в спальных или центральных районах города, так и рабочие городки, центры услуг и другие места. Яркие, сине-желтые платежные киоски заметны издалека и привлекают внимание клиентов. На начало 2016 года по всей территории Объединенных Арабских Эмиратов установлено свыше 2500 терминалов. Более 2 миллионов человек уже сегодня являются нашими постоянными пользователями, а это каждый четвертый житель ОАЭ. По мере увеличения сети киосков платежной системы Anti-Payments растет объем ежедневно совершаемых клиентами транзакций. Таким образом, мы можем с уверенностью констатировать, что предоставляемый нами удобный и простой способ оплаты множества услуг активно востребован жителями Эмиратов. Продукты доверительного управления Taunigma Kiosk и Taunigma Display – это отличная возможность для тех, кто стремится вложить деньги в перспективное и стабильное дело, способное приносить высокую прибыль. Мы постоянно совершенствуем технологии и увеличиваем количество предоставляемых сервисов с целью повышения доходов. Легальный и успешный бизнес в реальном секторе экономики является большой ценностью и дает уверенность в будущем. Indoor TV и Anti-Payments – эксклюзивная возможность для вашего успеха. Станьте нашим партнером уже сегодня!